Возле мемориального знака памяти милиционеров, которые выполнили свои служебные обязанности ценой собственной жизни, начинаются все торжественные мероприятия Управления внутренних дел Брестского облсполкома. Не отходит от традиции накануне профессионального праздника Дня милиции. 154 сотрудника милиции в разные годы отдали свои жизни при выполнении служебных обязанностей. Не забывают и о родных этих людей. Обязательно приглашают на встречи, помогают в разных жизненных ситуациях. И я очень-очень хочу сказать благодарности руководству УВД Брестского облсполкома, всем сотрудникам, всем ветеранам милиции за то, что хранят память о наших мужьях, за то, что не забывают их. По результатам служебной деятельности милиция Брестской области сегодня одна из лучших в республике. Такие показатели достигаются благодаря высокому профессионализму людей, которые выбрали профессию правоохранителя, хотя минувший год для них был довольно сложным по разным причинам. Выполняя слова присяги, выполнили свой долг по защите конституционного строя и независимости нашего государства. Да, действительно, было непросто, было нелегко. В определенные моменты было очень тяжело. Но личный состав проявил себя с позиции действительно ответственных сотрудников, действительно сынов своей родины, когда понятие и понимание того, что никто, кроме нас, и мы должны и обязаны это сделать, было на первом месте. По результатам работы и награды многие из действующего состава получили очередные специальные звания. Были награды и от взаимодействующих структур. Слова благодарности и не только праздники звучат и в адрес ветеранов управления. Это они в разные годы своей службой закладывали фундамент профессионального подхода к делу в обороне прав и интересов граждан. Их советами пользуются и современное поколение милиционеров Брестщины. Тысячи сотрудников в разных службах прошли эту школу. И главное предназначение всегда было – это обеспечение охраны государственной, личной собственности, обеспечение противодействия всем видам преступлений, правонарушений, более активная позиция со злостными уголовными преступлениями, предупреждение, раскрытие, наказание тех, кто его совершил. И у милиции всегда это получалось. И, наверное, лучшая награда сотрудникам милиции – слова благодарности от граждан, которые уверены в своем спокойствии и защите. Юрий Пищур, Владимир Казаков, телерадиокомпания «Брест».